Приветствую, друзья! Продолжаем наш разговор о древней йоге. Напомню очень коротко, о чем мы говорили. Йога-сутра – это конспект. Конспект для того, кто излагает свое знание о йоге. Йога-сутра – это конспект для учителя, а не для ученика. Поэтому мне придется как-то ввести вас в эти санскритские термины. Некоторые строфы там просто состоят из нескольких санскритских терминов, которые для нас неизвестны. Они просто непереводимы, ибо нет таких понятий. И вот эта трудность есть, поэтому я начал со второй главы. Вторая глава для начинающего человека. Того, кто хочет войти в мир йоги. И вот мы рассмотрели три действия, которые он должен начать практиковать, чтобы как-то преодолеть этот период подготовительный и войти уже в классическую йогу, восьмиступенчатую. Мы идем к этому. Эти три действия, о чем мы говорили, это тапас, аскетизм, самообучение, чтение вот этих специальных текстов или слушание Упанишад или той же йога-сутры. И третье – Ишвара Пранидхана, так называется, очень трудно перевести. Это сделать главным познание истины Бога, сути мироздания, главным в своей жизни. Очень серьезно к этому отнестись и как-то свою жизнь подвести под эту цель. Вот, наверное, самое лучшее так это перевести. Ишвара Пранидхана. Преданность высшему Господу без всяких сектантских таких представлений, вот то, что вы представляете высшим Богом, вот преданность этому существу и попытка его познания в себе, вовне, в книгах, в людях, в других существах. Наверное, это есть третье действие. Вот вы становитесь таким человеком, эти три качества ежедневно вас что-то меняют. Теперь вернемся к йога-сутрам. Что у вас меняется? Зачем нужна крия-йога? Вот те три действия, о которых мы говорили в прежней беседе. Патанджали пишет так. Для развития сосредоточения и для ослабление аффектов. Ну, о сосредоточении мы поговорим позже. Понятно, что самадхи, нирвана, вот то измененное состояние, к которому и стремится йог. Вот первое это. А что такое аффекты? От чего нужно избавиться? Что нужно ослабить? Вот начнем говорить об аффектах, их пять. Аффект – это европейское слово, которое имеет свое значение, просто нет другого слова, чтобы перевести санскритское «клеша». «Клеша» от «клиш» – причинять боль. Они говорят, что в нашей психике, в нашем мозгу есть пять разных матриц нашей психической активности, которые при этом причиняют нам боль. Они беспокоят, загрязняют. Клиш – это и загрязнять, и беспокоить, и причинять боль. Клеша – так называет Патанджали в йога-сутрах. Пять клеша. И перечисляет – авидья, асмита, рага, двеша, абхинивеша. Я специально вам говорю санскритские термины, чтобы вы поняли, с какой трудностью нам предстоит вот, столкнуться, чтобы двигаться дальше. Это
одна из строф, просто вот такая строфа. И все это нужно нам понять, при этом нужно как-то отложить те значения, которые у нас всплывают. Это будет в нашей беседе потом, когда мы поговорим о душе, и все время перевод – это пуруша, да, атман. Вот. И как перевести это понятие? И мы переводим «душа». Наше понятие души, европейское, западное, обычное, другое. За душой мы как-то подсознательно признаем деятельность, любовь, что-то, ну, какие-то действия, какие-то эмоции. Пуруша и атман – это совершенно другое, там имеется в виду. Это субъект, свидетель, кшетраджна. Так было в Бхагавад-гите, вот одной из наших бесед мы говорили об этом. Кшетраджна – это субъект, познающий кшетра, это поле. В прямом значении, это пласт бытия, это мир. Вот под миром обязательно всегда нужно понимать не только физический мир, но и психический мир. Вот тут йога абсолютно стоит параллельно с современной психологией. Одним словом, психические процессы, психика – почти все, кроме вот субъекта, кроме наблюдателя, всего этого, признается материальным. Это видоизменение пракрити, пракрити природа. Вот такая у них психология, сангхья называется. Я написал и об этом книгу в прошлом, и в свое время мы перейдем и к этой книге, и побеседуем об сангхе более детально. Вот даже самой сангхи нет одной, их два. Одно теистическое, называется эпическая сангхя. Мы чуть коснулись Бхагавад-гиту, когда рассматривали. А другое – это классическая сангхя. Автор Ишвара Кришна, какие-то там книги, и вот здесь в йога-сутрах очень натянут атеистический момент. В принципе, йога-сутры целиком опираются на вот философию, психологию сангхья. Вот сангхья признает две вечные, бесконечные, абсолютно разные сути. Татвы она называет. Пракрити и пуруша. Невозможно их перевести. Вот пуруша – это западный мир, немножко знает Лейбниц и монады у него, монадология. Он представил это, чистый субъект без всякого действия и так далее. Вот чисто наблюдатель. То же самое в йоге. Вот теперь мы перешли, чтобы вот не углубляться в эту философию очень глубоко, но мне приходится, чтобы объяснить вам, что такое эти пять клеша, вот где мы остановились. Нам говорят, что психика, которая тоже продукт природы, тонкие проявления природы, вот органы чувств, потом ум, внимание, потом вот чувство своего, ложная эго-концепция и сама психика. Все это пракрити, природа, субстанция, материя. Все утончается и утончается. И есть абсолютно другая татва, вечный субъект, монада, мы, наше «я», чисто наблюдатель, перерождающийся из тела в тело, у него нет, это не вато, это не вы, тот человек, та персона, которая меня слушает. Это наблюдатель в том числе и той персоны, в том числе и вот моей личности. Вот тот спектакль, о котором все время говорится в йоге, так крида. Крида – это развлечение.
Лила – это игра на санскрите. Вот этот космос, наше бытие, некая крида и некая лила. Вот такая философия. Некое развлечение, некий фильм, некий аттракцион. Но как-то там произошло некое искажение. Вот об этом искажении это называется авидья. Русское «видеть». Видение, видья на санскрите, и отрицание, авидья, неведение. Это авидья тоже философский термин, и мне очень трудно его перевести. Незнание вообще не покрывает той широты, что есть авидья. Так вот, Патанджали в йога-сутрах нам объясняет, что существует 5 каких-то матриц, которые все время непрестанно чередуются, складываются и причиняют нам беспокойство, боль. Вот это есть, вот это наше бытие обычного человека, ни Будды, ни в медитации, обычное бытие. И это он даже называет клеша, причиняющие боль, беспокойство, аффекты. И они начинаются с авидья. Авидья, в сутре написано так, постижение вечного не в вечном. Счастье в несчастье, атмана самости, души, в чем-то другом, не атмане. Вот авидья, потом Вяса добавляет, что авидья проявляется, вот когда что-то неблагородное принимают за благородное. Вот есть некое наложение. По-моему, адхьяса это называется, не имеет значения. Вот наложение, что-то налаживается, и реальность мы видим немножко по-другому. Вот этот пример я уже приводил, но все время его можно приводить. Это очень распространенный в индийской философии пример веревки. Лежит веревка, мы проходим, и мы пугаемся, принимаем за змею. Вивекананда приводит такой пример. Идут люди ночью, улица без фонаря, и там кусты, и ветер эти кусты движет. И богатому человеку, который боится, да, это кажется, что там кто-то с оружием его ожидает, грабитель. А влюбленному кажется, что там уже его ждет любимая. Вот от его внутреннего ожидания идет потом вот эта иллюзия. Авидья – это то, что накопилось в нас за прошлое бытие. Ну, если вы верите или поверите в философию йоги, они говорят, что было бесчисленное количество прошлых инкарнаций. Мы просто не помним. Прошлое – это бесконечно. В какой-то момент это началось. Даже христиане говорят, даже как, ну, другая философия, мусульмане, то в Торе говорится, что человек изгнан из рая. То есть было время в прошлом, когда человек был в раю, у него было какое-то другое царство небесное внутри вас, говорил Христос. Здесь идет разговор о внутреннем ментальном состоянии. Это и есть рай. Так сказал Христос. Об этом говорит и йога-сутры, и йога. Вот я тоже так вижу. Одним словом, авидья – это то, что мы что-то одно принимаем за что-то другое. И Патанджали нам говорит, что вот из-за этого потом еще 4 разных вещей происходят. Первое – субъект – та душа, которая, вот монада, которая чистый субъект, да, она входит в заблуждение и принимает агрегат психический за самого себя. Вот понимаете, в чем дело? Как кто-то начал играть на компьютере, да, и тот персонаж, которым он играет, он принимает за себя. Человек сел перед телевизором и на какое-то время частично он главный герой в фильме. Для этого мы и читаем,
и смотрим, и играем. Ребенок перевоплощается в своих играх, и это и есть суть игры. Поэтому и играет ребенок. Вот эта философия нам говорит, что вот весь мир – вот такая игра Бога. Он играет разных существ – вас, меня и так далее. Вот это вторая клише, когда идет наложение, когда вот чистый субъект вместо своего «я» теряет как бы себя и считает себя тем субъектом, тем асмита, это называется ложная эго-концепция, тем человеком, которым он является воплощенным. Он забывает о своей бесконечности и становится конечным. Как это происходит? Это вот чтобы мы представили, вот возьмите стакан и положите, например, карандаш. И вы смотрите на этот стакан, и ваш глаз обязательно увидит переломление. Ну, в воде вот так переломляется карандаш. Вы видите, что это не один карандаш, но вы внутренне знаете, что это один, и это просто ваше зрение вас обманывает. Или мы говорим, что солнце зашло, закатилась, но мы же знаем логически, мы можем по-другому на это посмотреть, солнце в центре, и мы движемся вокруг. Вот можно посмотреть и так, да? Вот это и есть суть видя, авидя. Вот нам говорят эти философы и йога-сутры, Виджнана Пхишку, по-моему, говорил, сейчас я не помню конкретно, один из комментаторов говорит так, вот этот субъект воспринимает саму психику, вот этот агрегат, вот читу, чита они называют, психику, без всякого постороннего между ним и психикой, как железо и магнит, оказавшись близко, притягиваются. Также вот почему-то этот субъект вдруг начинает воспринимать вот то, что есть внутри психики. А на самом тонком психическом плане происходит что? Все остальное, войдя в эту психику через органы чувств, да, там высвечиваются, как бы виртуальные свои двойники. Вот я сейчас смотрю на этот микрофон, но я знаю, что через мои органы вот этот микрофон входит туда, внутрь, и там как бы снова появляется мое «я», чистый субъект, наблюдает некий внутренний экран. Вот это и есть чита и субъект. Виджнана Пхикшу говорит, что весь остальной мир, душа, вот этот субъект, воспринимает через эту читу. Но сама душа сарваджня, такой термин в йога-сутрах, всезнающий, то есть этот субъект может воспринимать, у него нет надобности в этой чите. Это как-то случилось, вот материя приняла эту форму, крида и лила, нам говорят, развлечение и игра. Вот так приняла эту форму пракрити, потому что у нее есть имманентный телеологический инстинкт, какой-то высший инстинкт служить. Она вот как что-то, как животное, хорошее животное, да, как собака или что-то. У нее, у этой пракрити, есть телеологический инстинкт служить Пуруше. Вот она показывает себя ему, и вот многие комментаторы это говорят, вот как танцовщица выходит, и она танцует, и кто-то смотрит, а она заканчивает свой танец и уходит. Вот что-то такое говорят о природе, о космосе. Нам показали некое представление,
Вот это Пракрити, это... И сейчас я не могу углубляться. Там в деталях написано, как она на 24 разные вот эти татуи, разные ступени бытия разделилась. 5 самых нижних – это земля, вода, огонь, воздух и эфир. То есть она, вот эта природа, субстанция функционирует в самой грубой форме, в газообразной, в твердой, в жидкой форме. Да? А там на самом верху, то, о чем я и говорю, да, там есть вот эта чита, это психика, будхи они называют, где это высвечивается. И там есть внизу органы чувств, манас, они называют интеллект, внимание, то, что переключается. Это все вам нужно для упражнения в медитации. Без этого невозможно заниматься медитацией. Это вот исследование этих лабиринтов и есть суть йоги. Поэтому, может быть, звучит по-новому, столько санскритских понятий, но что поделать. Мы очень трудную книгу комментируем, сейчас говорим о йога-сутрах. Значит, существует авидья, незнание в базовой форме, которая потом уже трансформирует. Это книга написана как поле, на котором растут остальное. Асмита, ложная эго-концепция. И вот эта уже ложная эго-концепция, вот этот субъект, считая себя вот этим, этой ложной личностью, асмитой, кем-то, он необъективно воспринимает все мироздание, космос. То есть есть тенденция отвержения и принятия. Одно называется рага, стремление, страсть и так далее. То есть к чему-то вот этот агрегат асмита стремится, чтобы получить наслаждение. И от чего-то он убегает, чтобы не получить страдания. Это двеша. Рага и двеша. Вот эти два импульса. И третье. Абхинивеша они называют, и там же подчеркивает Патанджали в своей книге, что это самый трудный аффект для преодоления. Самосущая жажда жизни. Там так написано. Вот даже мудрому, у мудрого она появляется иногда. Человек может быть Буддой, но смерть для него неприятна, потому что в прошлых инкарнациях смерть очень часто, может быть, даже всегда, была связана с болью, с болезнью, с чем-то очень неприятным. И вот эта самскара, которая, вот эта запись инкарнации, вот эта память из прошлого очень сильно запомнилась в человеке. Так что это переходит из жизни в жизнь. И это отражается в каждой клеточке нашего организма, в бытии нашей души, психики, нашей жизни. Люди все время пытаются продолжить себя в трех направлениях. Материя, энергия и духовность. Чисто материально это дети и так далее, энергетически это они хотят дело какое-то сделать, которое через бизнес, через покорение, вот останется твое имя, и люди будут помнить, да, мы помним, вот это такое видение у греков, это очень часто. Вот это второе, через энергию. И третье, через духовность. Ну, через ученики, через учение. Человек как-то пытается взаимодействовать и оставить след. Это в каждой клеточке. И все эти три направления, если у него сын, он может ему передать свое дело и при этом научить его. Все три можно синтезировать в разной степени. Вот это Абхинивеша,
эта самосущая жажда жизни вот так проявляется в трех гунах. Снова я перечислю. Авидья, незнание, невидение. Вот некая пелена, когда мы змею, веревку считаем за змею. Асмита, ложная эго-концепция, когда высшая душа считает собой личность иллюзорную, ложную, временную, и переносит. Он считает собой и как бы страдает вместе с ним, как бы радуется вместе с ним. Вот это чувство, знаете, почему они вот так объясняют? Вот это будхи, чита, это психика, да? Она как кристалл. Положим на красный, он становится красным. И вот, ну, как бы, на синий, синим, этот кристалл внутри высвечивает то, что мы познаем, мы слушаем или на что мы смотрим. Вот заходит эта картина внутри и как бы там виртуально высвечивается. Но когда за этим наблюдает душа, вот этот Пуруша, он тоже как бы отражается. Поэтому вот эта чита считает себя, как вот все люди, это сансарное бытие, вот это и есть авидья. Вот они считают себя смертными, вот они родились, они умрут, они, конечно же, боятся смерти, они к чему-то стремятся, они от чего-то бегут. Вот это и есть пять клиша, пять аффектов. И они все время повторяются, они все время есть. Вот это и есть сансарное бытие. Авидья, есть такой суфийский рассказ о человеке, по-моему, на середине, там иногда вот а на середине говорят такие очень философские такие вещи. На середине кто-то потерял ключи и начал искать их перед домом. Ему сказали, что если он потерял ключи в подвале, зачем он ищет перед домом? Он сказал, что здесь светлее, а там темно. То есть вот это неверный вектор поиска, неверный вектор устремления. Это и есть авидья. И от этого потом все идет наперекосяк. Вот это крида и это лила, это развлечение и это игра в философском смысле не получается. И Вьяса говорит так, если вот представьте себе, есть пятка и есть колючки. Если не защитить, если не одеть что-то, ты не можешь пройти. Эти колючки тебя будут колоть. Единственный выход – это чем-то, вот что-то поставить между пяткой и колючкой. Да? То же самое, вот высшая цель медитации. Вдруг вот здесь мы подходим к понятию вивека. Вот вивека – это развлечение. Вот то, что я сейчас сказал. Если что-то может уколоть, что-то может уколоться, их нужно раздвинуть. Вот этого Пурушу, этого высшего свидетеля, духа, как-то нужно внутренне, в медитации, нужно отделить от психики, которая остается как вот как озеро, ну, если ее успокоить, там будет видно, что есть вот эта Пуруша и есть вот это озеро, чита, и он отразится. То, что вот там и постоянно есть волны, они вызваны этим авидья, вот этим неверным вектором поиска. Вечное мы ищем в невечном. И не находим, потому что нигде во внешнем мире нет ничего вечного. И так далее. Авидья, асмита, рага, твеша, абхинивеша.
Патанджаль йога-сутры говорят, что они, вот эти клиша, все время чередуются, и это есть сансарное бытие. И оно продолжается из инкарнации в инкарнацию. Это повторяется и повторяется. Идет и идет. И мы подходим к первому упоминанию подсознания. Вообще, представьте себе, это где-то учение 3000-летней давности. И нам говорят, что поступок может, не может, а так бывает, поступок записывается в психике. Вот как это происходит? Вот если идет вода, идет дождь, вода скапливается и появляется на песке такой маленький-маленький ручей. Но если повторяются дожди, и вода идет и идет, то там появляется река. То же самое с нашей психикой. Эмоция, действие, все, что мы делаем, оставляет, вот энергия прошла вот по некому пути и оставляет след. Они называют это самскара, инграммная запись. Карма – это действие. Мысль или эмоция, или физическое действие – все это карма. Карма, самскара, чакра. Вот колесо судьбы. Карма – действие, самскара – инграммная запись. Чакра – круг. Вот в одной Упанишаде написано так – так из жизни в жизнь приходит, как водочерпальные, как чаши водочерпального колеса, которые все крутятся, так человек приходит в миры все время. Вот это колесо сансары. Этим человек прикован. Когда мы говорим вот освобождение, йога своей целью ставит освобождение. И сразу вопрос, от чего освобождение? От чего человеку нужно, что от чего нужно освобождать? Ответ, вот от прикованности к этому карма, самскара, чакре. Мы выкурили сигарету, это было действие, потом наступает жажда, повторение, и человек снова хочет выкурить сигарету. То же самое с властью, с жизнью, с сексом. Вот это механизм. Если что-то в одной Упанишаде, если все время что-то повторять, это становится второй натурой. Так говорит народная мудрость. Это вторая натура человека. Привычка, вторая натура человека. Как в Упанишаде. Ибо мысль нужно очищать все время. Какова его мысль, таким он и становится. Вот извечная тайна. Вот если определенные вещи думать и делать из жизни в жизнь, человек может прийти к одному результату. Если он отпустит поводья, и его страсти будут его вести, он придет в другое место. Это и есть карма, самскара, чакра. В нас записаны все эти семена прошлого, эти инграммные записи. Их Патанджали называет хранилище поступков. Это в других местах это называется ашая. Это место, где вот самое тонкое такое на психическом уровне, то, что перевоплощается из одного физического тела в другое. Вот человек не может вырваться, потому что у него есть вот этот багаж этих тонких записей, самскар. И это есть подсознание бессознательное, подсознательное. И все это обо всем этом учили 3000 лет тому назад. Они говорят, что вот эти аффекты, эти клеша, о которых мы начали говорить, да, рага, двеша, то есть, когда мы стремимся к чему-то, когда бежим от чего-то, или когда мы боимся
вот чего-то, они существуют в двух состояниях. Одно, когда они актуализировались, вырвались из подсознания. И другое, когда они в подсознании. Они в подсознании, потому что они посеяны там. Ну, помните, это что было раньше, курица или яйцо. Также здесь невозможно сказать, что было раньше. Просто вот существует эта карма, самскара, чакра. Вот это колесо, представьте себе гигантское колесо из-за вашего прошлого, прошлых жизней, прошлого вашего бытия, там записаны, и нынешнего, все, что вы делали в этой жизни, да, там записано, посеяно в вашем подсознании. И все это должно прорасти. Каждая выкуренная сигарета хочет повториться. Вот формулу я даю. Вот идет, потому что у него есть инерция. По этой инерции вот эта огромная карма, самскара, чакры, колесо идет куда-то. И упражняющийся вы берете, ну, то, что вы имеете. У вас очень мало сил, это огромное колесо и огромная у него такая инерция. И вы бьете, вы хотите, вы просто физически, это невозможно остановить его сразу. Поэтому, начиная йогу, сталкиваетесь с таким противодействием, что, ну, трудно. Но представьте себе, если ежедневно бить, ударять вот это огромное колесо все время в одном направлении, вот этот микромиллиметр, который вот вы ежедневно бья его, в конце концов, через много времени он окажется в совершенно другом месте, чем оказалось бы. Вот это сила резонанса. Вот когда камень точит вода, вот эта сила, она есть у вас, она проявляется. Вот что говорит нам Патанджали? Говорит, что эта авидья, она скрывает веревку. Мы видим змеей, но там веревка есть, и тот самый миг, когда она улетучивается, это авидья, мы видим истину, познаем, чувствуем. Давайте так, вернемся к этому моменту, когда мы ввели понятие вот этого карма, самскара, чакра. Вот это колесо идет, потому что в нас есть вот эти подсознательные инграммные семена будущих клеша, они актуализируются. Или в это, или в это, или в это. Пять видов. Да, авидья, асмита, рага, двеша, абхини, веша. Вот эти семена, это и есть хранилище поступков. И это переходит из жизни в жизнь. И это определяет карму человека. Патанджали говорит, что есть три параметра. Кем он родится, мужчиной и женщиной, какой длины будет вот это, продолжительности будет его жизнь, сколько будет продолжаться, и какой опыт он получит. То есть у него будут наслаждения и страдания обязательно. Вот это есть опыт. Этот опыт, говорит Патанджали, обусловлен праведностью, неправедностью в прошлом. То есть закон кармы, закон бумеранга. Все, что он выпустил из себя, вернется к нему. Каждая пощечина и каждая улыбка добрая, все вернется к нему. Это принцип бумеранга. И вот так мы идем, странствуем по этим путям кармы. Вот такая картина. Патанджали говорит, что актуализированные аффекты, когда они актуализированы, когда в нас уже вот эта рага к чему-то, стремление, да, страсть или двеша, страх, отторжение чего-то, или абхинивеша, этот самосущая жажда жизни, что-то это, когда актуализировалось,
Вот этот аффект можно, с ним можно бороться крия-йогой. Вот этими тремя действиями, о которых мы уже говорили, да, крия-йога. Аскетизм, самообучение и преданность Богу. Они борются с актуализированными аффектами. А вот с тонкими аффектами, то есть подсознательными семенами этих действий, можно бороться при помощи огня йоги, медитации. Вот как вы берете обычные семена и прокаливая их на огне, немножко подержав над огнем, и выбросив землю, они уже не взойдут, потому что они прокалены огнем. Также огонь медитации внутренней может очищать внутри эти семена подсознательные. Итак, йог меняет, сжигает свою карму, он сжигает эти инграммы, и вместо них он как бы сеет в своей психике другое состояние вот этого самадхи, эту нирвану, эту медитацию. Этим же он ежедневно занимается. И это тоже становится привычкой. Это как бы другая привычка. И ежедневно эта привычка, человек, душа овладевает ею все интенсивнее и интенсивнее. И как-то вот это незамутненным, если становится вот эта медитация, когда он успокаивает озеро. Он четко различает себя и озеро. Понимаете, там уже нет вот этого, этих волн. Все четко, и он может видеть дно, он может видеть себя. В других случаях, когда идет волнение, он не может видеть дно. Он смотрит на, там на камешек, немножко сам тоже, он самого себя видит. Вот понимаете, да, Упанишады все время говорят вот этот, кто может познать познающего. Помните в дзене, или, может быть, слышали, есть такой куан, как звучит удар одной ладонью, хлопок одной ладонью. Вот хлопок одной ладонью, одна ладонь не может ударить себя. Мы не можем взглянуть самому, реально самому себе в глаза. Субъект не может познать самого себя. Вот по тому же принципу. Вот понимаете, ему нужна чита. Ему нужен психический этот агрегат. И он посмотрел туда. Он может обнаружить себя отдельно и этот агрегат отдельно. Это называется вивека, различающее постижение. Вот это вивека кхьяти, Патанджали объявляет, что это есть цель, высшее упражнение, высшее времяпровождение. То есть нужно вот как-то суметь различить субъекта, свое «я» от того, от психики. И цель достигнута. Вот это состояние вивека уничтожает эти семена, они плохие. Оно действует так, что очищает организм, психический организм, физический организм на любом уровне. Вот это вивека кхьяти, это различающее постижение, это цель йоги. Но добыться, вот прийти к нему трудно. Поэтому Патанджали вводит 8 ступеней уже классической йоги. Я думаю, на этот раз достаточно. Продолжим в следующий раз. Мы поговорим уже о классической йоге.